всегда вратарь и защитники рады, что сыграли на ноль. Но все-таки мы думаем всей команды, так сказать. И нам главное победа. Но сегодня не вышло. Но самое главное, что мы не проигрываем. Это игры очень серьезные, с серьезными соперниками. И мы набираем очки. Две нулевых ничьих подряд дома. Это никакой не кризис? Ну, может, это усталость. Не, какой кризис? Об этом даже и речь не... Не, я думаю, это чисто, так сказать, усталость, может, психологически еще. Но у нас есть сейчас время, и мы, я думаю, там Монако и Спартак похожи по игре, я бы сказал. Такая же напряженная игра, как со Спартаком. Ну, может, и копия даже со Спартаком почти как игра.